Здравствуйте. Здорово. Как вы думаете, я многим этот вопрос задаю, как вы думаете, Россия встала с колен? Я думаю, встанет, потому что это самая большая страна мира, поэтому должна встать с колен. Обязательно. Понял. Если конца света не будет, вот сейчас конец света люди ждут. В декабре месяце, может быть, если не будет концерта. Если не будет конца света, то Россия встанет. Встанет, конечно, обязательно. Все. Мы на него верим. Победит. Всех победит. Спасибо большое за ответ.